Тюремный срок с огромным штрафом может грозить бывшему сотруднику управления автомобильных дорог. Ханты-Мансийские межрайонные следователи закончили расследование. Злоумышленника обвиняют в получении взятки. Также он препятствовал законной предпринимательской деятельности. В 2018 и 2019 годах Упоравтодор заключал договоры с одним из бизнесменов на обслуживание транспорта. Ответственный за реализацию госконтрактов сотрудник казенного учреждения решил извлечь собственную выгоду. Он потребовал, чтобы предприниматель передал ему часть полученных за работу денег. Взамен пообещал не применять санкции в случае, если услуги будут оказаны недостаточно хорошо. Индивидуальный предприниматель согласился на передачу денежных средств, осознавая, что в случае нарушения условий контракта к нему могут быть применены штрафные санкции вплоть до включения в реестр недобросовестных поставщиков. Всего за 2 года предприниматель передал должностному лицу более 300 тысяч рублей. В целях расчета перечисленных ему денежных средств обвиняемый принуждал предпринимателя предоставлять бухгалтерскую документацию.